Ford Legacy звонил. Но поскольку связь не какущая здесь, он мне не дозвонился. Я ему написал: добрый вечер, звонили, я сейчас не в Москве, связь очень плохая. Доставлена даже до сих пор. Что у него там? У меня последний раз проблема с лямбдой была. Сам говорил, что не нужны. И рядом машина стояла, тоже Subaru снимала. Это да. Советчики, знаешь, как есть. Там же написала, типа, как дела, чем занимаешься, что там. Да, она знает, чем занимается. Мне интересно, а как границу пересекать на автомобиле? Ни разу вот не ездил в Европу, к примеру, да? Да, на полосу Европы объехал.
Канальчика. Ну да, Канальчика мы выбираемся. Все это по этой дороге, по прямой, куда мы поехали, значит? В Северную Осетию, Владикавказ, дальше туда. Ну, я тем более того скажу, мы в 2014 году ездили в Северную Осетию, получается, мы здесь ездили. Урус-Мартан, Грозный, Кудермес, Касарюр, Кизыльюр, Махачкала. Короче, дорога на Кавказ, да? Да. В 14-м ездил, да? Да. Thank you.
насмотрелся всякой херотей. Включал колокол какой-то был. Дай. Вообще на карте ничего не сказано. Сам сижу и думаю, что-то какая-то тишина громовая повисла. Надо какую-нибудь тему для разговора придумать. Сижу вот, выдумываю, что не 7 километров там осталось. Да, я мониторю так. Ну, хочешь, давай косточки этим товарищам перебываем. Мне кажется, у них никак не получится. Они будут постоянно просить нас. О чем-то, так? Что это сейчас делают, все помоют, сдадут. Ты же понимаешь, к чему это приведет? Они подойдут к тому же самому, только с другой стороны. Да, вот видишь, так оно и будет. Сейчас они все это помолят, перемолят, блядь, и сдадут. Ага. На какое-то время потеряются. И все, и слава богу. Но потом появится снова. А Коля что, прям вообще это... сосел там, да? Увяз. Ага. Олежка, не Олежка, ну ты помнишь? Да, ради знакомства вот этого. Ага. Глупости. То есть он не будет его знакомить даже. Если надо будет что-то как-то это, как, какое-то его участие нужно будет, он сам поедет, договорится, сделает все.
У него еще нет машины, Коля его катает, допустим. Ну вот он эксплуатирует его. А как этот выберет машину себе, так все. Я так понимаю, он сейчас и живет на деньги, то, что камуфу продал, да? Это же его камуфу была. Возможно. Ну, я что? Думаю, что магазин вот этот приносит что-то. Ну, приносит, но немного, я не думаю, что... Я думаю, ему хватает. Он умеет экономить. Этот... ну и что, вот появятся они, да, через какое-то время? Ну, сколько? Две недели, месяц? Ну, а если у нас, как, ну, клиенты... И появятся они с новым грандиозным планом. Скажут, так, все, чем мы занимались, это все так, вот. Вот реальное дело. Вот до свидания. Делайте. Ради бога, делайте. Олег-то что-то кирогасит уже такой день. У него день рождения, по-моему. День рождения у него, да. Или был, или будет в понедельник. Что, полтинник уже? Не знаю. А я не знаю, сколько его. Сколько-то много уже. Если они найдут новое дело, они деньги, видите, они кончатся. Ну, коляна уже кончились. Куля экономит, но он их тратит. Ну да, и не зарабатывает ничего. Да он на одну машину на свою сколько? Не, он никогда не зарабатывает. На чем? На котиках. Да ладно. Да. Знал, что ли? Нет. Ну, правда же, метадон. Я хочу тихо, спокойно, блин, работать. Вот, да, потихоньку, без каких-то там новых грандиозных планов, без всяких сил. Тихо, спокойно гнуть свою линию. Да. У нас есть какое-то разнообразие, у нас не настаёбывает одним и тем же заниматься. Согласен? Ага. У нас сегодня нет катализатора, поехали делать выездную работу. Стопись за выездной, и он поехал иначе. Ну и не надоедает, ну, не приедается. Ну да, не успеваю. Завтра уже можно будет прямо, даже не послезавтра, уже можно будет с удовольствием резать каталик. Один у нас уже лежит, там душу греет, аккуратненько вырезанный, целенький со всех сторон.
таких еще 120 и ехать в Якат. А можем собрать тонну. Тонну это, конечно, слишком большой замах. Знаешь, сколько это тачек? 10 месяцев, год. Но зато сразу такой куш. Килы могут. Могут, да. А кто? Украсть? Либо украсть, либо еще чего. Либо конторы эти какие-нибудь. Через год, мне кажется, ценник Маладья так скаканет, потому что каталики бесконечно резать не будут. Знаешь, они меньше становятся с каждым днем. Хотя новые тачки продаются. Да, новые тачки, они каждый день колотятся, новые продаются, покупаются. Каждый день стареют тачки. И я думаю, что на наш век этого хватит. Дальше зовут Олеся. Офигеть твой. Да? Смотри, сразу отзывается. Может, да? Это в командировке. Командировка, да? Такая. А, на Тайле, да, переводу как-то? Ну да. Там годик поработать можно. Чтобы на повышение пойти. Да. А есть такие конторы? Хотя не, она же по телефону говорила что-то про каких-то родственников, где вас расселили, что-то такое. Может, мужа нашла себе там. Может. Замуж вышла. Зовут Олеся, фамилия, видишь, у нее не чербанская. Ну, она какая-то такая, знаешь, типа Кунашова. Что-то такое. Это еще ничего. Средний. В машине с 4 утра еще вот, я не знаю, там 6 часов и сутки будут. Да. Она же изначально написала 18 часов. Да? Да. Так что сами знали, на что шли. На самом деле как-то день так полетел, ну да? Как-то да. Так уж я иногда. А там заехали, здесь боковой. А ты представляешь, раньше в старые времена гоняли из Владика старые караульные Тойоты вот эти. Дорог не было вообще. Представляешь, там одни колдобины. Ты же видел, да, наверное? Да. И этот 7 тысяч километров. 9. Или
вообще вот длился интересно. Я думаю, дней 10. Поспал, поехал, да? Алло. Да, привет. Нормально. Ну да. 58 километров. Ну да, блин, чуть меньше. Да, темно уже, уже час как темно. Ну не, так, чисто дорога и все. Да, по бокам ничего нету, будет болеть. Ну вот так немножко что-то в 4 встали. В 3 встали, точнее. Ну, я думаю, может, день часиков в 6, может быть. Да, там останется километров 100, может быть, за полтора часа можно будет проехать. Не, в 5, наверное, надо будет выехать. Да-да-да, пока машину помыть, пока доехать, передать ее, потом оттуда добраться до аэропорта. Да. А? Да, есть, уже купили. Не, нормально. На поезд дороже. Да. Снимок чего? В городе, просто снимок парковки, что ли, я не понял. Прекрасно это знаю. Все, давай. Че? Когда припаркуемся, не выключать. Регистратор, он перейдет в режим парковки и будет ускоренные записи записывать. То есть там вся ночь, ну, за 5 минут, за 10 минут поместится. Ну так прикольно на самом деле, когда машина там, я парковался, где, знаешь, там дышочек тяжеловато. Благо, да? Этот, я в Казани парковался на территории до парковки торгового центра, и морды и в сторону дороги, такого оживленного перекрестка. Сам спал, а регистратор всю ночь снимал. Потом, когда домой приехал, посмотрел, ну прикольно, как машины быстро-быстро все перемещаются, и как этот, ну, светает. Темно, потом раз, светает, солнце встает. А у Ховина того, ну, можно заметить это все? Ну да. Ну, это уже через программу, в обратном порядке получается. Поэтому может тяжело дышать.
Слушай, ну и нам тоже нельзя будет в конце концов вот все-таки зависать на этом и постоянно этим заниматься. Надо будет потихоньку как-то подбирать людей, высвобождать тебя, чтобы люди это делали. Да? В том числе и сварщика какого-нибудь. Ну нельзя всю жизнь своими руками делать. Пусть другие делают. Да, надо как-то накопить денег. С языка снял, и хочется, чтобы был нормальный уголок, не какая-нибудь фигня. Это за 2 недели, да, или за сколько было? За месяц. За месяц пятнашка была. Слушай, умеет месяц. Впереди мобильный пост ПС. Отключение 90. Это совсем не московские цены. В Москве такой не найдешь. Как же нет? Если не найдешь, то выгонят. Поймут, что лоханулись. Мощно, да? Может, есть смысл присоседиться к кому-нибудь? Вот а-ля видел уже этот, где мой ГБДА. Там рядом эти шины, диски МБО. Вот у них там стоит несколько подъемников. Они не раздадут, мне кажется. Ну да, у них там целая сеть, там по франшизе уже, скорее всего, работают. Там мне что-то подсказывают, что там вставочные работы не дадут делать. Мобильный пост ДПС, контроль скорости. Отключение 90.
я все-таки не теряю надежду по поводу вот подземного паркинга. Там заездом будет проблема. Почему? Надо будет ходить людей встречать каждый раз. А если на охрану передавать просто информацию? Госномер пустите к нам. И за каждый заезд платить по тому же полтиннику. И как бы для людей это, да, как бы, ну, заезд на территорию там по, ну, госномер спрашивают, не какой-то гараж там. Поднимают воду. Это здоровье. Все-таки с неба капает. Да. Короче, основная задача у нас сейчас найти какое-то место. Сейчас каталики сдадут, сколько там вам дадут денег? Отложим. Мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Ну а сколько там? Ну ты сейчас останется. Шлак, там 50 на 50, там хорошие были, да. 50 хороших, 50 там средних. Много и Хунда, и всякого тогда, да. Там, по крайней мере, Ауди 8 и так далее. Очень жалко, что она там. Да. Но уже она там. Начнется сейчас сразу с того, что он сгорит за ехал, тут наверняка в городе. Сходу. Обязательно.
почему здесь 50? Если взять бокс, да, обустроить его компрессором, пистолетом, вот